В Абайском сельском округе, что в Рыскуловском районе, с начала года сложилась положительная динамика по всем направлениям социально-экономических показателей. Об этом рассказал глава данного округа на брифинге в региональной службе коммуникации. На сегодняшний день в Абайском сельском округе зарегистрировано 5 субъектов малого и среднего бизнеса и одно крупное предприятие. Количество работающих частных предпринимателей 161, то одно СПК одно. С 2022 года 146 сельчан Абайского сельского округа по проекту «Аула Манаты» получили льготные кредиты под 2,5% на общую сумму 759 миллионов 310 тысяч тенге. По сельскому хозяйству. Что касается поголовья, то за 10 месяцев поголовье увеличилось вдвое благодаря проекту «Аул Аманата». Сегодня 7 улиц села на 100% обеспечены централизованной питьевой водой. 2 гидросооружения действующие, 1 рабочее, 1 резервное. Все 7 улиц в поселке на 100% заасфальтированы. В текущем году в округе на постоянную работу трудоустроено 77 человек, с молодежным стажем 5, на оплачиваемую социальную работу 22. В Абайском сельском округе имеется 1 школа и 1 детский сад. В школе установлено 100 компьютеров, 1 англоязычный, 2 мультимедийных класса, 5 интерактивных досок. Кабинеты предметов биологии, химии, физики хорошо оснащены необходимым оборудованием. В школе работает группа дошкольного образования, состоящая из 38 детей. Количество клубов 27. В селе Абай имеется 1 молодежный центр физического воспитания детей и подростков. В спортивном учреждении работает 1 тренер. Существуют различные клубы в области спорта. Ильдар Гизатуллин, Ермек Асаубаев, Айкон Акпарат.